Погасив свечи, произошло все за ужином, за столом. Мы с тобой говорили о нас, но потом опять нелепая ссора. И началось вдруг ревнивая сцена из одной из моих подруг. Включила автоответчик, а там сообщение. Танк, позвони, когда будет время. Ты говоришь, хочу с тобой создать семью, подарить сына, ведь я тебя люблю. А я ответил, постой, мне же еще рано. Нужно подняться на ноги, ведь ты же знаешь, ты Милана. Я был предельно ясен и почему-то злой. Обиделась, ушла, помахала мне рукой. Я вслед тебе кричал, постой, но было уже слишком поздно. Хочу с тобой. Хочу с тобой.